Лук я ха. Чищу лук. Ассаламу алейкум. Магомед. Также для нашего брата Магомеда чищу чеснок. Процесс пошел. Вот так вот. Вот так. Для 15-минутной съемки, дорогие друзья, для вас, мы вот так готовимся. Уголь, не реклама. За рекламу нам еще не платят. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Приветствую вас на своем YouTube канале. Мы находимся на окраине села Нижний Черюрт, где в 1874 году родился знаменитый хирург Александр Васильевич Вишневский. Создал знаменитый мазь, который называется и по сей день мазем Вишневского. Сегодня мы будем готовить бараньи лопатки в фольге с овощами. Приготовим маринад для нашего мяса. Соевый соус. Добавим паприку. Приправа для мяса. Черный перец. Зира. Обмажем солью. Никогда нельзя спешить. Добавим наш соус. Добавим наш соус.
Ох, какой аромат исходит от нашего соуса. Помассируем мясо, чтобы стало мягче. Думаю, массаж даст свой результат. Фольгу обязательно сделайте хотя бы 3 слоя. Для чего 3 слоя? Для того, чтобы ничего не вытекло. Вторую лопатку мы сделаем то же самое, только без маринада. И попробуем, что получится лучше, с маринадом или же с овощами. Оставим готовиться на минут 40-50 и посмотрим, что из этого получится. Пока готовятся наши лопатки, мы приготовим шашлык. Как аппетитно шумит. Попробуем шашлычок от Магомеда. Просто неземное мясо. Шедевр Магомед. Мясо очень нежное, приготовилось очень хорошо. Будем пробовать. Очень шикарный вкус. В общем,
получилась она очень хорошо. Как вам мясо? Неземное мясо, Магомед. Неземное. Блаженство. Попробуем лопатку с овощами без маринада. Смотрите, какое оно сочное. Все в соку. Да. Абдурахман, пробуйте, пожалуйста. И дайте оценку. Вариант с соусом лучше, с маринадом или же с овощами. У каждого есть свое, свои вкусы. И там вкусно, и здесь вкусно. Даже трудно различить, честно говоря. И здесь хорошо, и там хорошо. Это искусство Магомеда. Спасибо большое, Магомед, за такой прекрасный ужин. В общем, друзья, что сказать? Как обычно, если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, оставляйте комментарии с предложениями, с пожеланиями. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Instagram. Всем удачи, всем здоровья, всем мирного неба над головой. Всем салам алейкум.